Всем здравия! Это канал Братьев Приходько. Сегодня мы приехали на рыбалку. Точнее, у нас еще пока процесс. Мы еще на рыбалку не приехали. Приехали в деревню. Идет приготовление, разгрузка барахла вот этого всего. Это еще не все. Еще выгрузим всякие канистры, дарниты, там чего-то не будет. Собрались съездить на разведку на одну таежную речку. Нам самим очень интересно. Сюда нам помог доехать Александр. Александр, без него бы мы не доехали сюда. 25 км в комфорте проехали. Сейчас еще 25 км, да? Где-то так? Да, где-то 25. Будем. Здравствуйте. Лес, речки, не речки, в общем, полное бездорожье. Экстрим, как говорится. Ну, для многих это не экстрим рыбаков, так что никого не удивляем, я думаю. Просто собираемся и едем. Мы упаковали потихонечку, полигонечку, весь краб поместился. Время 10 часов, 11 час пошел. Впереди 25 километров дороги по лесу. Местами не замерзла, вон смотрите, какая промойна гигантская идет. Куда уходим? Переезжаем речку Печора. Вон, по этим вешкам переезжаем, люди втыкают, чтобы в пургу видно было, или вот как раз, как сейчас снегопад прошел большой, очень много снега, чтобы видно было. Остаток пути будем в основном по лесу ехать. Вон что нашли в лесу. Техника стоит, по первому льду гонять на этой стороне. А может, и вообще она здесь стоит постоянно. Убедительная просьба никому не трогать. Это дорога, зимник старый. Но он действующий. Просто пока еще не чищенный, еще время не пришло, переправа не работает. Сейчас какой-то промежуток по нему поедем, а потом уже будем резать, скорее всего, прям по лесу. По карте поедем, по навигатору, который есть в телефоне. Пока мы тут гусянки чистим, пес нам пургу призывает. Вон опять. Прям лютая метель какая, а не пурга. Ну да. Зачем наконец-то выбрался из дома? Добрались мы до речки, находимся на мосту. Речка, как видно, еще не вся встала, есть еще промойны. По реке, наверное, опасно будет. Приняли решение ехать по лесу еще 4 километра. Сейчас пройдем туда по дороге, проедем. И будем заворачивать вот по той стороне в лес. Искать, пробиваться. У нас тут препятствие, болотина здоровая. Болото еще не все замерзло. Тут вода. Давай. Пошла, родимая. Вон прям болото. Вон. Набирается вода в лес. Проезжаем ловушку на глухаря. Заснеженная стоит. Охотники в этих местах ставят ловушки. Вон еще одна есть впереди. Нам немножко осталось уже. Километр где-то, и мы доедем до избы, доберемся. Вот она, вторая ловушка.
Вот, через ручьи самое плохое проезжать. Снега уже много. Валится собака. Вот так вот, где-то пешком, где-то на собаке. Первому всегда сложно пробиваться. Сейчас быстренько вам покажем избу, в которой мы будем ночевать. Предбанник сделан. Вот собаку сюда поставим. Для посуды все предусмотрено. Печка есть. Вон снимаю. Будем в тепле. В холоде, как говорится, не будем. Есть столик. В общем, все необходимое для лесных избушек, как говорится, все есть. Где она находится, чья она, говорить не будем. Владельцу огромное спасибо, что он ее поставил. Замечательно сделал вот так вот. Как говорится, ставим лайк мужику. Дядька старенький уже, подставлять его неохота. Большая проблема то, что вот эти избы все жгут. Очень большая проблема. Ну, в общем, мы проснулись. Рассвет. Встречаем уже. Чаечек поставили. Быстренько попьем, да пойдем. Всякие разные лунки сверлить, бурить, долбить. Рыбу, в общем, искать. Нам тут доверили проверить снасть, которая называется сетка подледная. Ячея тут 40. Посмотрим, сейчас первый раз будем тянуть сетку. Будет тут рыба, не будет. Поглядим. В республике Коми разрешено на сети ловить. Да и сетей здесь, вот, как нам сказали, метров 15-17. Один кусок. Так что там дядьку не ругайте. Местным можно. Да и вообще можно по закону. Вот процесс. Первый раз смотрю на это дело. Да, я тоже. А вот так вот ты из нее вытаскиваешь, а потом обратно стягивается она, да? Да, и все там обратно так же. Ну, это, с той принципе... стороны веревку тянуть надо, да? Да. Это легче, чем я думал. Да легче, да. Я думал, ее поставить сложно, вон дырка какая-то. Дырки, дырки. Что-то, короче, нет ничего. Ага. Вот так вот. Не все коту масленица. Ну правильно, еще и они маленькая. А может уже тут выловили все? На себя теперь. Че? Рыбы нет. Не знаем почему. Наверное, до этого тут ловили. А, на удочку там ершак попался. Поставили сколько? 5 удочек попробовать на ночь. Вчера вот он плес взорвали здесь. Вон весь. Не знаю, лунок, наверное, 15, ни одной поклевки не было. А за ночь один ёж попался. Сегодня будем искать места, бурить, сверлить, искать рыбу. Видите, какая красотища вокруг? Вообще, да, зимняя сказка. Самая настоящая. В общем, ничего нам эта речка не дала, никакой рыбы, кроме ерша и одного гальянчика маленького. Вот. Разве что дров нарубили, оставили там, как говорится, поработали. Пробили 2 ямы, не стали там тратить время, как говорится, показывать. Пробили 2 плеса. Не знаю, лунок 70 на четверых, то точно, наверное, 50-то набурили. Вот. А сейчас едем обратно. Переночуем в деревню, завтра на Печору на речку попробуем вырваться еще денек там. Посмотрим, как ситуация пошла. Здесь на речке, на лесной, воды много выступило еще, уходили прям много, вообще мокрые все. Ну все, до завтра, до рыбалки на Печоре.
Наша рыбалка продолжается. Сегодня мы на Печоре. На малой реке вообще ничего не поймали. Я уже говорил. А здесь течение большое. Вот что мы делаем, когда большое течение? Вот так вот обычно вот такой вот грузик, да, самодельный. Ну, не знаю, там грамм пускай, он там 12 весит. Вот огромное течение, раз, берешь листовой свинец и просто на месте. Вот так, хоп, как кассету. Вставляешь, обжимаешь их. Все нетрудно делается. Вот, прям все быстро. Немножко обжали, чтобы он не убегал, не скользил по старому грузу. Все, груз утяжелен. Теперь дно 100%, как говорится, мы это бьем. Запускаем. Спокойненько. Все, теперь до дна доходит. Вот оно, дно отбилось моментом. Теперь можно спокойно рыбачить. Так что не ленитесь, носите с собой запасные пластинки свинцовые, либо груза грамм на 25-28, даже такие вот. Что мы сегодня ожидаем поймать? Хоть что-нибудь. Несколько дней уже подряд ничего не ловится нигде. Мало кто сообщает, что что-то где-то поймано в каких-то приличных количествах. Ну, не знаю, будем хорюска ждать. Хотя погоду вертит, крутит, уже вот сколько, весь месяц крутит. Вчера 0 был, сегодня 12 минус. Зима, судя по всему, будет лютая. Лето теплое было. Так, ладно, трындеть, потихоньку будем рыбачить. Была рыбка небольшая, сходик. Спугнул. Ух ты, ничего себе. Вот какой! Вытащился. Вот это хариус. Да, наконец-то. Опять белая мормышка сработала. Что-то сегодня белая больше работает. Вот, ну, по типу такой. Так, ну, только мне близко слишком. Вот такая мормышка. Вот так. Подсадка опарыша. Так он и червя тут бомбил. Так, ну этого, наверное, за борт надо. Фу, третье место за сегодня уже подряд набурено. Видишь, как стоял, сколько стоял, да? Угу. Не клевал. Терся рядом, смотрел. Угу. Кормушку взбодрили его, вот он тут же взял. Ну это хорошо, это радует. Да, уже не зря сидим. Да, а то катаемся уже сколько, туда-сюда, речка та, речка эта, ничего. Третий день. Опа, опа. Хороший, да? Опа, неплохой, да, вообще хорошенький. Попался. Опа. Опа. Вот это уже прям, уже хорошо. Чуть-чуть, да, вот так надо размотать обратно. Так, а этот на червячка клюнул. На крючок нижний. Опа, опа. Еще один. Есть. Еще один. Все три удочки сразу. Вот так вот. Три штуки видели подряд, поймали. Это интересно. Это вообще замечательно. Нафиг эти малые реки зимой. В начале, как говорится, тоже взял на червя. Сейчас мы вам червей дадим, значит. На малой речке, наверное, лучше весной все-таки ездить, чем зимой. Зимой, да, надо знать, где. Не видно же ничего. Среднюю бьет. Оттянула и отпустила. Вот. Вот он. Вот он. Пришел. Попался. Следующий. Вот сейчас нимфа сработала, зелененькая. Подряд берет. Ну да, похоже, сегодня нормально в этом месте было активно. Вот так что, ребят, не ленитесь, ищите места. Всегда надо ходить, бурить, как вот вчера мужик деревенский сказал. Кормит нынче бур. Два места сменили, течение катастрофически огромное, но здесь большое. Ну тут хоть что-то видно, распознать можно. Там кипки вот так гуляют. Ух, вообще. Грузок заменил. И все сразу стало понятно. На нимфочку зеленую.
По губе опять. Тут походу не один опять подошел. Вот это я дал маху. Хороший по губе удар был. Не успел. Стайка, видать. Смотри, двум по губам зацепил, все равно поклевки идут. Ай, я пропустил. На две удочки долбит, я не успеваю. Давай, давай. Во! Конечно! Такие рыбы клюют-то на все удочки. Стайка 100% и подошла. Ершаков. Я уж думал. Не, ну по губам там я надавал кому-то серьезному. Прям хорошие удары были. Взял? Сижок. Хотел сушка, получай. Прям заглотил. Ой, как далеко заглотил. Кошмар, я его не вытащу просто так. А не, выдрал. У той, наверное, у тебя клювал сижок. Крючок маленький. Червячок маленький. Хоп его. Может, это и клюнул. И в копилочку, может быть. Да не, у тебя клювал, когда у меня здесь клювал. Опа. Бодрит вообще. Это одна на одну. Бам-бам. Ну сейчас нимфа сработала. О, а здесь вообще нету, короче, представляешь? Опа, крючок оторвали. Видать, была поклевка до этого, я подсекал. На это, выкинь. Вот это прикол. Крючок оторвало. Ну ладно. Опа. О, взял. Сопляка вот еще. Аккуратненько его опускай. За бабушкой. Отпускай за бабушкой рыбку маленькую. Да он так крутится, сейчас я себя поймаю еще добавок. Оп. Я не пойму куда. Тут там. Ух ты как. Взял. Эх, сошел. Не крупный был особо, но удрал. Ах ты. Может, по губе ударил ему и это вылетело. Да не, нету. Или есть? Нет, нет. Вот ты, блин. Хлыстик выскочил, а ударчик был. Короче, это точно уже не клюнет. Больно ему даже, наверное, было. Ну ладно. Есть, взял. Ушел. Червя тебе ободрал вовсю. Угу. Оп, есть. Нужный момент задачи. О, еще один. Ого! Тяни, тяни. Тяну, тяну. О, вот взял хороший. Да, дружище. Прям вообще с соплей зацепился. У нас авария со шмелем. В этот момент начали он опять на все удочки долбить. В перемешку с ершами. Бля, попался. А, ужас. Есть. Неудобно-то как. На дальнюю? Да, на дальнюю. А я занимался средней. Левой рукой его подсекло. Это мелко треплет. Оп. Есть. Вот он кто. Ёршики, ёршики. Есть? Был. Сорвался. За лед зацепился и убежал. Ну, хоть рыбалка на рыбалку похожа, тут два дня реально выкинули. Да ты чё, тут прям сегодня вообще мега рыбалка.
тут плотина. И тут хороший взял. Вот это надолбили, ребята. О, Леонид! Дай червей. Начинается. У меня то же самое, Вань, но остались только крупные. Крупных тебе давай. Мелкие я все выбрал. Сланги ставлю. Что, тебе, наверное, наловил что-нибудь? Ну, я не знаю, штук 12 взяли уже. Такие же, как у нас? Ну, да. Удочки ходуном ходят. Я что-то тащу такое. О, видал? Какой? Да он сидел? Дружок. Ну, я поклевку не видел. У меня потащила эту удочку, а потом на эту. А тут хоп, харюзина. Хоп-хоп, харюзина. Хоп, попался вот такой. Опа, кабанчик. Хыч. Сегодняшняя рыбалка подошла к концу. Сейчас по-быстренькому покажу вам улов, да будем собираться, а то уже руки стынут. Вот это наша рыбка. Сейчас потом добегу до парней, покажу вам, что там оставили продольники. Сколько? Штук 7, наверное, поставили. Или 7 там, и здесь 4 стоит. А, да, 7 тут и 4 здесь. Каких-то на ершей поставили, каких-то на червя. Глядишь, завтра еще подфартит нам, может быть, попадется налим. Это у нас такая поездка, прям кошмар. Ездим, ездим, ищем, ищем ее. Вот, а ее все нету и нету. Прошлое место. Везде чистенько. Так, а вот у нас парни натягали сегодня. О, еще свеженького взяли, только, да? Только-только, на зелененький. Вот он, у них тут целая куча рыбы. В общем, сегодня удача у нас у всех. Как у вас тут рыбалка? Дайте руки погреть. Да так поклевывает. Поклевывает, да? Угу. Только как обычно, шмель. Ой, елки-палки, ручки мои. Вот только такой режим. Ни меньше, ни больше. О, хороший режим. Мне тепло. Че, опять дыбно? Ну, давай, поймай зеленый, на камеру. Зеленый, на последний. А у нас вообще не клюет. У нас все отошло. Вон, средняя, чуть сюда не унырнула. Да, он так. У него, когда удочка уже попа торчит из лунки. Эх ты, во-во. Он, знаешь, он вовремя реагирует на поклевку. Он тебя клюет, та, дальняя. Да, не видно. Полудреме, да, ловит? Да, что-то, да. Я пришел, знаешь, как будто в палатке никого не было. Червяков нету на улице. Да ладно, а пару еще пожеванные. Я тут рыбу, потому что она налавливала. Налавливал? Налавливал. Да. Молодец. Поймал. Научился хоть рыбу ловить-то? Поймал. Блин, во-во-во, тянет. Ну рука-то уже ж прям там была. Вон теперь средний долбит. Ну ты чего? Взял бы, поднял. Что ты смог? Вовка, не стесняйся. Да нормально. Лови, как ловится. Вон же. Дыбай. Ушла, что-то. У него кивки такие. Видишь, конечно, у него. Дал мне самые такие. Вон, да вот. Смотри, что у Вовки творится кругом. Давай на камеру вытащи хоть рыбину. Рыбак. У меня сейчас тут уже кончатся минутки. Последний. О-о-о, еще один рыбак сидит. И сам, да, профукал? Ну, профукал. Я вовремя дернул. У тебя клюет вон уже, ты че, там ершак сидит. Сидит, дядька еж сидит. Давай, вот, все, вот это вот последняя рыба. Да, зачетная. Зачетная. Все, ребят, до завтра. Завтра мы еще придем. Завтра еще к нам друг приедет. Червей привезет. А то у нас сегодня такая рыбалка, все черви закончились. Да. Все,